Теперь, вот если смотреть, вот с этой стороны, вот тут на углу 4 колодца это находится, вот по эти 4 колодца отрезано. Вдоль нашего здания расстояние от подмостка, от мостка до яблони пополам делится, упирается все в стену вот салюта. Значит, да, дальше идет по поребрику, прям вдоль дороги. Стены салюта вот здесь вот проходит. А вот наш тротуар проходит, вот он где тротуар, к которому идем к этому, к салюту. Вот крыльцо салюта, а им даже вот эту площадь, которая у них была, отрезали, и ту в половину отрезали. У них даже нет выхода на улицу Спортивную, потому что вот этот вот заезд, этот принадлежит заезд уже лыжной базе. У них вот остался пятачок от крыльца, пандус здесь и возле этого самого зеленая травка. Разобразование этим не занимается, не хочет. Мы связались с ГЦДТ и рекомендовали им написать грант. Вот это, они написали грант, Тамар, их завернули. А вот, там написано было от 5 до 10 этажей, а потом вот дальше вот фраза, что уже многоэтажные, что могут и 16 миллиардов. Это им рекомендовали только.